На протяжении ряда лет в области принимается, а затем внедряется в жизнь та или иная программа развития села. 40% населения Оренбуржья живет на земле, потому агропромышленный комплекс – автоматический приоритет в стратегии региона. В поддержку агропромышленного комплекса будет вложено более 15 миллиардов рублей. Напомним, что всеми уровнями бюджета в село уже вложили более 20 миллиардов рублей. Но и этого мало. Задача правительства Оренбургской области – увеличить объем вложений в село. Однако даже при столь значительных вливаниях средств целый ряд показателей целевой программы остаются невыполненными. Так, за прошедшие 5 лет сельхозтоваропроизводители области плановые показатели по приобретению тракторов выполнили лишь на 58,4%, зерноуборочных комбайнов на 60,8%, кормоуборочной техники на 56,3%. В результате мы имеем сегодня довольно старый парк сельскохозяйственной техники, а это негативно сказывается на производительности труда и эффективности отрасли. Нужна планомерная комплексная деятельность министерства совместно с муниципальными органами власти по поддержке и созданию благоприятных условий для работы сельскохозяйственных коллективов всех форм собственности по достижению положительных результатов во всех аграрных отраслях.